Знак «Шипы» в магазине запчастей на переднем плане. Спрос на него на этой неделе вырос в разы. Ну, если раньше мы ими вообще не торговали, то есть, ну, они не нужны были по сути, то сейчас, ну, лично мы в день продаем штук 30. А значок вот «Начинающий водитель» тоже у вас берут? Ну, спрашивают. Ну, и дети в машине тоже начали спрашивать. Вариантов масса – односторонние и двусторонние, тонкие наклейки и заламинированные таблички. Разброс цен от 35 рублей и выше. Водители раскупают быстро, переживают, что знаки есть не во всех магазинах. Знак «Шипы» можно нарисовать самим, но не так пальцем по стеклу, а на бумаге, как в детстве красками или на компьютере, а потом распечатать. Длина каждой стороны должна быть не менее 20 сантиметров. Ширина вот этой красной каймы не менее 2 сантиметров. Сама буква «Ш» черного цвета на белом фоне. С 4 апреля изменились правила дорожного движения. На машинах с шипованной резиной знак «Шипы» обязателен, иначе штраф 500 рублей. Пока нарушителей рублем не наказывают, только предупреждают. В ГАИ поясняют, знак нужен, чтобы лучше сориентировать других участников дорожного движения. И в летний период времени, если водитель движется у нас на данном автомобиле, у него остановочный путь до момента возникновения опасности, до точки соприкосновения, скажем так, с пешеходом, в экстренной ситуации с автомобилем будет гораздо выше, нежели чем у автомобиля, у которого не установлены колеса с шипами. Водители к новшеству отнеслись скептически. В апреле машины переобувают в летнюю резину. Но есть изменения в правилах и на все сезоны. Водители со стажем меньше 2 лет обязаны вешать значок «Начинающий водитель». Ну, начинающий водитель – это да, чтобы видно было, что он еще недавно только сел за руль, и то, что нужно его или пропустить, или дать ему какую-то возможность уйти, проехать это самое. А может, вы сами даете им дорогу? Да, как же, это лучше и сам целее будешь, и он проедет. Начинающим водителям также запретили буксировать кого-нибудь на тросе. Не забыли и о мотоциклистах. Без нужного 2-летнего стажа водитель категории А не может перевозить пассажиров. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События.